общественных местах, но я себя не сдерживал. Я делал вот так. Дамы и господа, говорит командир корабля. Высота нашего полета 8000 метров, скорость 900 км в час. До прибытия к пункту назначения осталось несколько часов. Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию Avnethuis Airlines. И пусть ваш день пройдет в формате А4. Блин, как приятно. А ну. Капец. Опа. Как оно так работает? Блядь, Брисон! Внимание, говорит командир корабля. Сейчас произойдет посадка. Кто еще не понял, посадка аварийная. Блядь, Брисон, сука! Я падаю. Брисон, я тебя ненавижу, блядь! Это что такое? Это что, блядь, такое вообще, блядь? Это что? Это, если ты не заметил, необитаемый остров, мой дорогой друг. Реально? Ой, блин. О, Гена! А где я? Ты на острове. Да-да, на необитаемом острове. И попали мы сюда довольно-таки прикольным способом. Смешнявка полная, согласны, вы знали? Но, к счастью, я знаю, как вам выбраться отсюда. Предлагаю вам взглянуть сюда, и вы увидите такие вот интересные заросли Джуманджи. Реально. Как говорил мой дед, маслят по осени считают. А еще он говорил, что в отличие от других, этот остров имеет свой прикольчик в виде оазиса форматика явно А4. В древесных зарослях листвы, на острове, где есть кусты, пройдя сквозь них, увидишь ты и впрямь оазиса черты. В блаженных водах есть родник, внутри него большой тайник. В том тайнике сундук стоит, где ключ к спасению лежит. Эти стихи явно маргинального характера были написаны уродливой Ольгой. Они помогут вам с поисками, так что запомните их. Прикольно. Надеюсь, у вас все получится, и вы найдете ключ к спасению. И постарайтесь долго не задерживаться, ведь вас ждет Неркин. На этом у меня все. Аривидрочи. Ну ты прикольный. А где Чурка? Ой, это Брисон. А давай наверх заберемся. Давай попробуем. Только мне надо убить кого-то, чтобы съесть. Ладно, пойдем, нам надо двигаться. Я иду, Ген. Как приятно передвигаться. Грибочек. Да нормально. Блин, как опасно. We'll be right back.
дебилы ёбаные, не трогайте, блядь! Блядь, шакалы, остановитесь нахуй! Кыш! 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 Полный пиздец. Мальчика винит, с украинками тусит. Он деньги с нарезак тратит на какой-то жалкий хит. А винит! Так-так, как я вижу, вы столкнулись с первыми временными трудностями. Поиск пропитания и столкновение с местной фауной. Ну, теперь фауна вам не грозит. А что по поводу пропитания? Да ведь вы нашли сокровища нации! Источник преисполнения познания, райские плоды благоуханной тени. Проще говоря, довольно-таки прикольное местечко нереального форматика. Охотиться на дичь вам некогда, да и нечем. Поэтому довольствуйтесь, пожалуйста, этим. Капец, этого нам хватит на всю жизнь. Странно, они же уже должны были прилететь. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Я пошел. Пойдем. Блять, вот там ускоряется. Подожди, Гена! Мы шли к этому 12 лет, 24 года. Только не упади! Бля! Ой, дурак! Вода? Мы пришли! Капец! Это настоящее! Так круто, мама! Капец! Гена, да я тебя сфоткаю? Капец, так круто. Капец, так круто. А ну. Вау. Блять. Ген, смотри. Брисон. Это Брисон, тут написано шо. Это 100% сделал Брисон. Фу, блять. В блаженных водах есть родник, внутри него большой тайник. В том тайнике сундук стоит, где ключ к спасению лежит. А ты где, Ген? Ген! О! Ты урод или моча, скажи мне. Ой, стой, блядь! Да стой ты, сука! Где ты, друг? Да стой ты! Блядь! Гена, блядь, Гена! Блядь! Ты тварь или урод? У, сука! У, сука! У, да блядь! А!
Отъеби! Ебаный анкап, и здесь ты, блядь. Шликер, сука! Нахера тебе это? Капец, цивилизация. Нет, 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 нет. Ну что, сука? Давай, говно! Поехали, как говорил Гагарин. Слидрус! Энхэдси дефолт! Я кастую бан! Катун Гоу Банджутсу Гена Банива! Ла блядь. Видали, сука, видали? А? А как ты меня нашел? Я шел просто и шел. Блин, шел. Ты меня нашел по внутреннему компасу. Конечно, я тянула в тебя. Спасибо, Геночка. Ой, да конечно, блин. Ты такой красивый. Я тут немного задержался, но вижу, вы сами совсем справились. Избавились от Чебоксара, да еще и нашли ключ. О, правда? Да. Ну что же, это отличная новость, ведь нам уже пора. Неркин нас дождался. Все за мной. Заводи, Гена. Поехали, детка геймер. Мама ведь твоя. Подождите, значит, вы хотите сказать, что за один день успели побывать на острове и выбраться из него? Ну и каковы же ваши ощущения после этого приключения? Блин, ну прикольно, чувак. Классно. Это крутой опыт. Но это можно детям рассказывать своим. Ха, может, мне тоже как-нибудь на остров смотаться? Я предлагаю снять фильм. О, реально, Ген. Так нас и так прямо сейчас снимают. В смысле? Кстати, Авенит, я все не могу понять, а откуда ты знал, что на острове есть оазис с кладом? И что вы точно его найдете и выберетесь оттуда? А куда он делся? Thank you.
Прикол.